И всем привет, с меня Александр Сучков, и сегодня мы играем в игру Hello Neighbor Alpha 4. И сегодня мы будем опять изучать дом соседа, но сначала давайте его выкинем с карты. Ну или давайте не будем выкидывать, если не хотите. Но, наверное, придется его все-таки выкинуть. Потому что он нам как бы мешать будет, точно. Он где-то там ходит. Вот он, наш сосед. Что ж, вызываем соседа сюда, потому что он нам будет дальше мешать. Так, иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда, говнюк. В общем, мы будем смотреть опять на что-то страшное, но я давайте не буду все-таки смотреть именно на эти яблоки, яблоки, а на эту кровать, потому что там реально кто-то страшный, и если там долго смотреть, секунды три, то вас кто-то ловит. Это очень странно. Это я впервые вижу в играх. Меня уже два раза поймали в прошлых видеороликах. Ладно. Сейчас я просто соседушку нашего покину сюда. Где он? О, страшно. Странно. Ладно. Видимо, опять ночью будет. Кстати, да. В прошлом видеоролике соседушку я выкинул вот туда. В тот дом. Можете проверить. Так. Соседушка. 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 Иди сюда. О! Он залагал в двери. Нет. Ты чё, иди сюда. Ребят, там в его доме, в доме соседушки, не идите там, где стреляют яблоками. Это стреляет что-то непонятное, это что-то нереальное стреляет, поэтому не ходите туда, пожалуйста. Я не вру, можете сами посмотреть, меня кто-то постоянно там ловит. И под одеялом кто-то реально сидел. Это вот точно 100% я вам даю. Так. Вот! Куда он улетел-то? Куда-то улетел он. Наверное. Надеюсь. Я не знаю. Так, ладно. Надеюсь, он куда-то улетел. Я не буду смотреть, куда он улетел. Но хоть бы он улетел очень далеко. Потому что если он вернется, это будет пипец. Ладно. Так. Нет, нет, нет. Так. Окей. Так, окей. Идем сюда. Можно даже фонарик включить. Значит, сюда. Так, у меня был где-то ключ. Да, ключ от какой-то красной двери. Здесь желтая дверь. Самый прикол то, что там такого ничего особенного нет. Там какая-то еще дверь просто. На самом деле это очень странно. Выпрыгиваем из окна. Идем сюда. Ой-ой. Так, дверей. Так. 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 Так, ну что дальше? Вот эта комната, это странная очень комната. Здесь вроде ничего нету, но здесь есть стул. Зачем, не знаю. Так, здесь тоже странно как-то все это сделано. Здесь не было вроде окна. В эту комнату. То есть не было окна, которое сваряло сюда. Очень странно, очень-очень-очень странно, ребят. Так. Давайте проверять тогда холодильники. Вот, карточка. Теперь осталось только найти... Что у нас? Осталось найти... Что у нас осталось найти?
то, чем можно это все открыть. А все это дело чем открыть нам? Молоко. Так, нет, вряд ли. Вряд ли наш сосед оставит эти все вещи здесь. Так, нам надо найти что-то типа молотка или не, можно не молотка. В общем, то, что здесь нам поможет открыть эту дверь. Карточку мы открыли, нам остался только найти лом или молоток, который откроет нам, в общем, эту комнату. Так, здесь есть лифт, он открывается. Вот вы не поверите, но он реально открывается. Возьму эту штуку. Фонарик. Так, там открыто у меня. Так. Так, что здесь еще есть? Странная дверь, которая есть. О, смотрите, кстати. Кстати, ее можно посмотреть, что там внутри. Там лестница. На этой лестнице мы были. Кто не помнит, то вспомните. Вот, можно, кстати, посмотреть. И быстро успеть войти. Но этого не получится делать. Потому что... Ну, потому что мы просто не успеваем это сделать. Но сделать это можно. Ладно. Так. Дальше. Что мы делаем дальше? Открываем эту дверь. Открываем эту дверь. Тут тоже можно выйти. Нет, тут она не открывается. Эта дверь. Так. Выходим через окно. Так, там у нас какая-то хрень. Здесь нам ничего не надо. Игра реально очень страшная, ребят, если честно. Вот вы не поверите мне, скажете, игра детская и неинтересная. Нет, игра реально очень хоррорная. Открываем. Здесь какие-то все-таки есть головоломки, которые интересны. Так, открываем. Кстати, надо проверить. Здесь я видел лом. Здесь лома теперь нет. Очень страшно, очень странно. Здесь, я помню, был лом. Когда я играл, без вас здесь, проходил, у меня потому что все сохранилось, здесь я оставлял лом. Но я не понимаю, где он, потому что его нет. Вот что. То есть как-то так. Вот он! Нет, это не он. Показалось. Так. Лом был именно здесь. Вот он. Здесь был. В этой части. Ну а тут его теперь нет. Давай. Опс. Как так? Тоже баг. Забагованная какая-то игра очень. Так. Я допрыгну. Ну, потому что я всегда допрыгиваю. Так. Дальше что? Дальше идем куда? Кстати, там есть дверь. Она не открывается. Поэтому, так как я умный, я, наверное, пойду вниз. Потому что мне кажется, то, что внизу, нас что-то ждет более такое крутое. Если ничего нет, мы здесь были уже. Несколько раз точно я про это снимал видеоролик. Так. Так. И дальше, куда мы пойдем? Так, окей, окей, окей. Так. Ладно. Лифт.
Лифт, он должен работать, но он не работает. Это уже дело создателей. Здесь есть диван. Диван, я не знаю, зачем он здесь нужен. Мне он никак в прохождении не помог. Кстати, да. Вот видно. Все, так, здесь город. Там можно увидеть тоже какие-то дома. Даже, может быть, магазины какие-то. Ну, а мы бежим дальше. Так. Кстати, ребят, там тоже можно увидеть. Да, можно увидеть. Давайте спущусь. Блин. Опа, нормально. Так. Ну что ж, давайте попробую тогда. Так. Попробую все-таки это сделать. И все это нафиг закончить. Так. Если я не ошибаюсь, то если я до туда допрыгну... А, это... Блин, это та же штука, где я был. Так, тогда нет. Тогда я точно туда не пойду. Я лучше пойду сюда. Вот, здесь я не был еще. И здесь можно, наверное, открыть эту дверь. Да, ее можно открыть. Так. Ладно. Извиняюсь, что камера опять пропала. Так, открываем дверь. Мы заходим в какую-то комнату. Убираем отсюда стул. Так. И открываем дверь. Так. Здесь зонт. Зонт нам не нужен. Открываем дверь. Здесь какой-то месяц какой-то нарисован. Так. Еще одно что-то. А тут уже закрыто. Тут уже что-то закрыто есть. Как открыть? У меня нет ничего. Так. Солнце, солнце. Что такое солнце, солнце, солнце? Что такое может быть солнце? Так. Не понимаю, что такое солнце. А, может... Да. Вряд ли. Хотя, может, это и сработает. О, зонтик открылся. Круто. Так, опять какое-то радио или телевизор какой-то. Книга, там что-то еще. И, в общем, какая-то там комната. Еще одна. Так. Да, мне туда, видимо, не попасть. Так. Я проиграл, это значит, что сосед вернулся. Ну что ж, ребят, вот так вот мы поиграли, мы что-то новое открыли, но а пока что всем спасибо за просмотр, с вами был я, Александр Сучков, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, на бас, пишите комментарии под видео, всем удачи и всем пока!